сегодня утром рано Бог жалобы и просьбы прочитал, и людям искушина желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, то завистью, обманом закрыта дверь, то жадность не дает налить успех. Бог жалел, что сердце это скрыто, любви хотел налить, да вот куда. И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами сердце каменеют. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался, им счастье бережно вливал. Но люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. Ведь если бы мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни каплями счастья мерить, кувшин весь мог бы отдать. Сегодня Бог увидел огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьбы конвертик. Благодарю за все тебя, мой Бог. Аминь.